Помните, мы как-то обсуждали с вами тему, что если все-таки мы задумали, да, снос, ну, по заявлениям граждан или это по предписаниям служб, то все-таки принять нужно было бы такую форму, как публичное обсуждение. То есть сначала мы размещаем информацию о предстоящих сносах на сайте администрации города и в течение 10 дней ждем реакцию жителей о необходимости проведения в том или ином месте таких работ. Если реакции нет, начинаем работать уже по этому сносу.